надо быть вместе с Христом не только душой, но и телом, быть его частью. Как это сделать? Если вы этого не сделали, вы совершили преступление. Если вы это запоганили какой-то вот этой грязью житейской, вы совершили преступление против Бога. Пока лоб не расшибешь, вот ты ни о чем думать не хочешь. И никогда не поздно осознать, кто ты есть на самом деле, никогда не поздно покаяться. Какой момент для вас стало важным причастие, что вот без этого нельзя жить? Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Всех приветствуем. Это программа «Поле битвы» в студии Сергей Михеев и Роман Голованов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Великий четверг.